Что вы хотели?
вот, друзья, я и дошел до конца Европы. Дай бог здоровья водителю автобуса, который привез меня сюда. Supostamente devia passar às 3h20, mas pronto, podia ser alguma alteração de horário mesmo. Передаю привет из своих трущоб отелю Four Views. Возможно, они сейчас тоже смотрят на меня. Ну, каждому свое. Как сам? А чё с шортами? Кс-кс-кс. Господа, ну... Я отниму 5 минут вашего времени. Атлантический океан, гора, внизу город, впереди меня ждет туча, ну, я думаю, будет интересно. Вот у кого-то домик, и в огороде статуя. Португалия 360. Португалия 360. Португалия 360.
Люди работают в нечеловеческих условиях просто. Ну, я бы не смог. Попросил чай с лимоном. Вообще в какую-то деревню попал. Огороды. Блин, живут с океаном. Вот кому-то надоело тут жить. Водопад «Голубая глотка». Вот океан просто атлантический. Вот это ведь тоже небо, те же облачка, которые над домом пролетают. Почему они здесь? Место, где я нахожусь, оно не сильно-то изменилось за последние там тысячу лет. Водопадик там течет, там океанчик, облачка и поле. И все это было и до первооткрывателей, вообще неизвестно когда. Вот. А я такой сижу просто и думаю, в чем смысл времени вообще? Друзья, кажется, я нашел идеальную скалу для того, чтобы с нее, разбежавшись, прыгнуть. Но делать пока не буду этого. Очень тихий туннель. Лишняя запаска. Крутая штука. Как картон, только крепче. Сера. Ага.
Мадейрские леса. Я одет как гномик. Вечером в среду после обеда. Да. Итак, километр. Это вам не Петровско-Разумовская. Водопад, к которому я так долго шел. Вот такие канальчики, которые называются левады. Они идут вниз. Вот и вдоль них проложены тропинки. Я не знаю, когда она кончится. Но это очевидно не эскалатор. Надеюсь, выбраться из-за этой чаще. Такая вот загогулина. Португалия 360. Мой следующий мастер-класс о том, как из маленькой речушки попасть в открытое море. Все секреты сегодня только. Завтра тоже. Может быть. Скала называется «Чёртова голова». Это я сам придумал.
Восточная часть Мадейры похожа очень на Крым. Такой выжженностью и рельефом своим. Единственное отличие, здесь проложены везде тропы, по которым можно ходить. Блин, это локация из какого-то моего страшного сна. Любите друг друга ради меня, Тимо и Елена Сергеевна. С моей спиной восточный мыс острова Мадейра. Я добирался до него очень долго, вот где огоньки светятся примерно по горам. Но я достиг этой вершины. 108 метров, наверное. Португалия 360. А тут вообще вылитый Коктебель. Нелинейное пространство. Как вам такое? Смотрите, забава. Как будто пароход плывет по бетону. Забавно? Вот на том холме я вчера был. А это аэроборт. Я думал, мужик орет help. Но это, видимо, козел. А это петух.
Ну что, кто картошку копать? А? Здорово. Сегодня я живу с видом на аэропорт Мадейры. Это уникальное сооружение, потому что половина взлетно-посадочной полосы представляет собой мост. На Мадейре встречаются раковины в таком английском стиле с двумя кранами. Короче, ты затыкаешь, смешиваешь и моешься. Вот так вот люди живут вертикально. Вот так вот люди живут вертикально. Спускаться так же тяжело, как и подниматься, кстати. Так вот люди и живут вертикально. Спускаться так же тяжело, как подниматься. Так вот люди и живут вертикально. Спускаться, кстати, так же тяжело, как подниматься. А еще аэропорт носит имя Криштиану Роналду. Как и, блин, все на Мадейре. Сколько можно уже красиво жить? Не очень-то и красиво. Зазоры. Классный магазинчик. Просто потрясный парк в Понта-дель-Гаде. С такими вот деревьишками. Австралийское дерево. Понта-дель-Гада, столица Азор. Вот он, мой этаж. Да. Так вот ты где.
очень красивый бежевый цвет у всех такси. Бежевые мерседесы на фоне пальм. Ну, это прям... да. Как в Геленджике. Чувствую себя сейчас португальцем, который вырос на этой улице, в этом доме, вот в этой комнате, и который спал всю жизнь на таком постельном белье. Вдали можно разглядеть остров Корву. Португалия 360. Здорово, колхозники! Я доехал до самого западного в Европе, да и в своей жизни, португальского острова Флориш. Туда 4000 километров до Америки. Туда где-то 5000 до Москвы. Здорово, колхозники! Чё смотришь? Понта Дельгада – это самый частый топоним, который я встречаю на своем пути. Ну, это Понта Дельгада ничего.
Португалия 360. Встречаю закат на западе. Закат ли это запада? Вы куда? Ребят, никто якорь не терял. Португаль 360. Imaginem o planeta Terra, por baixo do planeta Terra. Португаль 360. Primavera, verão, no início do verão, temos um aumento muito grande de fitoplâncton nas nossas águas. Okay. Os cagarros são brancos na barriga,
organismos. And the last name you have, o último nome que tem é caravela portuguesa, Physalis physalis. And we will know if this animal has already microplastics associated or not. Graças a vós, nós conseguimos recolher esta amostra, que para vocês são fezes, para nós vão-nos dar a resposta se este animal... Что за район? Португаль 360. Португалия 360. Португалия 360. Это лава. А это все пузырь воздуха, который когда-то лопнул. А там лавовый канал 30 метров глубиной. Даже не видно дна.
follow here. Yeah, that form a big hole over there. It's nice. And that's the way that the caves are formed. Лавовый туннель. Идем помаленьку. А куда мы денемся? Дорога-то одна. Жесткие подъемы. Признаки разлуки. Идем потихоньку. А куда мы денемся? Дорога одна, да я для видео. Нам сказали, это фейковая вершина. Но мы все равно придем к ней. Наш проводник просто болтает с кем-то по телефону. Так, друзья, за моей спиной остров Фаял. Тот, на котором я был вчера. Ну а мы уже на 2000 с чем-то метрах. Всегда не любил лыжи на физкультуре. Ребята, я в жерле вулкана Пико. Действующий стратовулкан. Видите, как он действует на меня? Top of the top. Прикиньте, ребят, тут из-под вулкана идет пар прям. Прям жара валит просто. Чувствуется, земля работает. Друзья, я дошел до вершины вулкана Пику. Нас сюда привела Аиза. Аиза. Hello. How many times you climbing to Pico? Today 387. Amazing. Португаль 360. Тут на вершине живут мошки, потому что снизу идет тепло. Тепло из земной коры. Представляете? Я его чувствую. Португалия 360. Португалия 360. Because it's so far away from other land. But even though, even though. Bye bye guys, have a boat to catch. So yeah. Have a good way down, all right? Yeah. Yes. That's you. Come on. Come on. Come on. Come on. Come on. Наша замечательная проводница 387 раз поднималась на вулкан Пику с понедельника по пятницу. Для нее это такая же рутина, как для меня приехать на Бутырскую. Флекс. Ну красота! Просто unreal.
там остров Орта. It's going to land in Fayal? Yeah. It's going down. The island is very close. Ingeborg, congratulations! Thank you. Good job. And Alexei, congratulations. Я на видео снимаю. And Alexei, congratulations. Я на видео снимаю. But yeah, naturalists, they don't do very active things, right? Самый экстравагантный номер в моей жизни. Мы перешли в комнату номер 2. Самый большой буй в Европе. Просто обалдеть. Просто обалдеть. Здравствуй, Лиссабон! Очень важный чел. Пришел в гости к местным. Португалия 360. Двигаются в сторону самого моста внутрь. Для кого это было сделано? Так вопрос учел.
people, we love you!
такое, видали? Такой вот фрейдлайнер, видали? Да, давно я не был в комнате страха. Присаживайтесь. Я перешел в стадию отдыха по-царски. Мой новый гараж. На этой карете король Филиппа II ехал из Мадрида в Лиссабон в 1619 году. Я думаю, долго ехал. Смотрю на устройство и не вижу тормозов. Как она с горки-то тормозила? Или в лошадей прям въезжала? Вместо человечков Мишлен раньше были вот такие дракончики на крыше. На спойлере. А это просто Lexus какой-то. А это самая первая версия Smart'а. Богема. Да, тут нормально можно посидеть. Как вы думаете, что это? Вот, потом стали жить поскромнее. Ну, кстати, видно, что уже приобретают черты автомобилей, кареты. Это в 19 веке. А это? Колесо ростом с меня. Никогда об этом не задумывался, что кареты такие большие. Это жесть. А еще были кареты без колес. Тут два варианта, как бы. Детские. Вроде карета, а рессоры как узела. Вот так вот.
Я вообще шел в музей дизайна, но пришел в музей карет и понял это только спустя полтора часа. Так португальцы изображают свою королевскую династию. Это же просто высший стиль. Заряди на минималках. Португаль 360.